Более 1000 нарушений в сфере оборота оружия зафиксировали подразделения лицензионно-разрешительной работы за первое полугодие. Таковы данные регионального управления Росгвардии, где отмечают, что легкомысленное отношение к ружью в квартире может дорого обойтись. В Тверской области насчитывается чуть менее 48 тысяч граждан, на руках у которых находится около 65 тысяч гладкоствольных, нарезных и газовых стволов. Кроме гражданских лиц, Росгвардия также проверяет 165 охранных фирм, 11 частных детективов, 63 юрлица, которые используют в своей работе служебное оружие. Нарушений при этом выявляется немало. В ходе проверочных мероприятий сотрудниками лицензионно-разрешительной работы выявлено более 1500 административных правонарушений. Составлено 1557 протоколов административных правонарушений. Больше 1600 единиц оружия изъято. Среди самых распространенных видов нарушений – это несвоевременная явка на перерегистрацию. Кроме того, очень часто владельцы ружей и пистолетов сквозь пальцы смотрят на правила хранения оружия дома. Оружие находится не по месту хранения, не в металлическом ящике. Нарушаются условия транспортировки оружия. Ну, выявляются нарушения мер безопасного обращения с оружием, что является очень актуальным. В Росгвардии отмечают, что любое оружие не терпит легкомысленного отношения к себе. Тем более, что пострадать может не только владелец, но и окружающие люди.